Приветствую, дорогой друг. Я Алекс Рай, и мы катаем в Overwatch. Итак, ребята, начинается у нас новая 12-я серия. Давайте уже начинать, окунаться дальше в эту замечательную, просто шедевральную игру от Blizzard. Я тут покатал с друзьями немного, и думаю, что в этих катках мы с вами сыграем за Бастиона. Отработаем свои тактики, так сказать, если можно так выразиться. Но сперва нам надо найти какой-нибудь матч. Но для этого надо подождать 25 секунд примерно. Ну, и где же у нас матч? Отлично, матч найден. Вы прибываете в Айхенвальд. Вот где-где, а здесь нам Бастиона пригодится. Приготовьтесь к обороне. Выбираем. Выберите героя. Двадцать пять секунд, но быстрей. Не терпится уже начать. Давайте-ка поприветствуем голосовым чатом. Всем привет, ребята. Русские есть? Fuck off, you Spanish cunt. Один у нас американец. Big boy какой-то там. Отправимся-ка мы сюда. Чувствую себя статуей в музее. И перед обороной займем какую-нибудь позицию сбоку от спавна. И как только они выйдут, начнем Вы свой расстрел. Я лечу. Все как обычно. Спасибо. Смотрите, как я могу. 30 секунд до атаки. Сейчас кто набегут тут? Все сюда! Собирайтесь возле меня! Все ко мне! Все сюда! Так. Отлично. Держимся вместе! Куда ангел побежала? 5, 4, все ко мне! 2, все сюда! 1. Начинается атака. Отлично, защищите вот так. Объект. Ой, блин! И меня сразу убивают. Надо было где-нибудь пониже встать. Убил солдат именно. Ну, 50 на 50, судя по тому, сколько ему дали очков. Что же, это не беда. Это далеко не беда. Сейчас заберемся куда-нибудь повыше и устроим им взбучку. Куда-нибудь отсюда. А вот у нас солдат. Ну-ка, иди сюда. Ангел у нас там шмыгнула. Вон она. Ой-ой! Снова этот Райнхард. Я еще никогда не видел такого беспомощного бастиона. И все благодаря мне, блин. Ну, от злости. Ну-ка, снова наверх. Только два бронзовых убийства. Шикарно, блин. Не умирает. Спасибо. Ая. Но зато у меня ульта готова. Час расплаты. Стоит такой и добил. Но зато у кое-кого здесь ульта имеется. Главное ультануть в хорошем месте, выехать на поле и устроить им сбучку. Вот отсюда. Врагов от меня никто. Но... Вот они.
Блин! Ай! Тактика дерьмо, тактика дерьмо. Мне недавно катка вообще была с 19 убийствами, 19 укал. Почему я это с подругой не записывал? Ой, надо будет потом статистику показать, если она, конечно, абсолютно есть. Бегом ко мне! Слушай, убийство за бастиона. Иди сюда. Так. Вот тебе. Блин. Погнали дальше. Три жалких убийства, Карл. Осталась одна минута. И сюда. Вот так. Герои, восстаньте! Замрите! Не двигаться! Выходите, не стесняйтесь! Ну? Осталось 30 секунд. Я даже смотреть на это не хочу. Он еще и ангела завалил. Кто самый быстрый стрелок на западе? Эй, ты сюда! Осталось 10. Таймер! Алло, вот ты таймер! Ой-ой-ой. Герой у меня в прицеле. На, конец. Вот вам. Блин. И только 6 убийств. Вот она будет вставать. И мне прилетело. Ну хотя бы победа. А лучший момент у кого? Лучший момент матча. Какой крутой новый костюм. И там, походу, я еще. Ну да. И мне прилетело. Попробуй-ка замерзнуть! Так, кому? Ладно, давайте ангела. Ангел у нас круче всех на этот раз. Ну, неплохо так качнулся. Первая победа за день. Плюс 1500 единиц опыта. Давай дальше. Недостаточно игроков. Ищем другой матч, да? Так, по счет профиля. Где тут? Все. Вот, 25 убийств за 10 минут. Вот, я говорил, 19 убийств, вот, нет, просто 25 убийств. Вот оно. Бастион. Так, ну, 23 одиночных убийства. Это самое лучшее, походу. И это я не записал, блин, ну ты, Саня, молодец вообще. Давай, игрушка, ищи нам быстрей. Фу. Саня Сквернел у нас на этот раз полчаса назад вышел. Я записывал это с моей подругой Яной. Или у нее ник Янки 118.
обзор зато у нас все. Бастил нужно, выбрали тогда Трейс. Да, Трейс снова штырит от перемещений в пространстве. Вернее, от скачков в пространстве. Иди, урода. Давай-ка еще. Не попал, да? Ой. И снова в бой. Убираем. Ай. И куда я упал? Вы прибываете в Айхенвальд. Да, этого мне лучше было не знать. Атаковать. Выберите. Может, фарой? Не-не-не-не-не, надо подумать. Давайте кожнецом. Хотя я еще посмотрю, что тут можно сделать. Или солдатам. Давай, солдат 76. Затащи раунд. Да нет, танка нету. Ладно, так и быть, бастиона возьмем. Приветик. Я же хотел серию за него чего сделать. Ждем? Здравствуйте. Всем привет. Ну, здрасте. Там у нас эти мелькают, ла-ла-ла. Оп, хей, на-на-ней. Атака начнется через 30 секунд. Психуем, 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 психуем. Выносим тут все. Читы для слабаков. Читы для слабаков. Читы или щиты? Всем привет. Три, два, один. Атака началась. Захватите объект А. Ну? На тебе, ангел. Хорошо, как устроились. На тебе. И сюда. В этот раз хорошо встал. Молодец. И кидай. Черт! Куда побежал? Куда, 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 куда? Ишь ты! Стреляемся. Трансформируемся так. А, блин! Ничего, хоть немного получше было, чем в прошлый раз. Этот ниндзя меня раздражает своим отбитием атак. Вот прям вообще. Спасибо. Всем привет. Два убийства, хоть и серебря. Отлично. Ты не знаешь,
пока. Черт. Да, они совсем подохерели, походу. Система проверена. И что мы его сделали? Нападайте! Идем еще. Ну зато я на голде хоть. Чё, дальше побежали? Я застолбил объект. Давайте столбите его быстрей. О, ульта готова. Превосходно-то как. Герои не умирают. Как вам это? Осталось одна минута. Что, не нравится, моя, да? Способность почти готова. Герои, восстаньте. Зараза. Живи, герой, живи, не живи. Умирает. Как он неудобно воскрес, а? Тоже убили. Герои. Спасибо. Ай! Хер тебе, хер. Лечись, быстрее лечись. Тут враг, глядите его. Постой-ка. Ай! А, сердце, да? Один на себя огонь держит, другой отвлекает. Ну ничего, хоть я с собой забрал одного. Герои, восстаньте! Сколько раз меня уже вылечили за этот раунд?
Так, полминуты. Значит, караулишь меня, да? Караулит, думал, козел. Осталось 10 секунд. Что это? Вот так. Езжай дальше, 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 дальше езжай. Суперспособность готова. Тише. Нет, 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 нет. Черт. Блин. Лучший момент матча. А, у этого, конечно, лучший момент матча. Сверху залез и давай всех. Ну, давай, удивляй. И, конечно же, я сейчас попадусь. Вот. Полминуты, что они в самом конце почти. Да, там еще полминуты осталось. Что ж, мехи отдам. У нее 23 убийства. What was that? Написал там один в чате. Ом. One male kill gets top play. Погнали в следующую. Вы прибываете на Илиус. Илиус так Илиус. Приготовьтесь атаковать. Снова выберите героя. Сегодня только за него. Ну, что там еще? Жнец. Давайте пару медиков. Лусио, например. Вот, я же говорю. Хотя зачем пара медиков? Давайте еще какого-нибудь танка вдобавок. Райнхарта, например, с щитами. О, у черной вдовы такой неплохой золотой костюмчик. Всем привет, ребятки. Есть кто-нибудь с России? Привет. С России, похоже, никого. Либо у них просто микрофонов нет. 2-1. Первый раунд. Захватите. Раунд, как говорится. Спасибо. Раунд так раунд. Опа. Здорово. А я вас вижу. Объект активен. Отлично. Вот так. Ну? Спасибо. Бегите сюда. Еще. Привет. Что там следующие 4 убийства. Спасибо. Вот это уже неплохо. А, я тебя видел, урод. На тебе. Вернее, уродка. Добавим звук. Дальше.
Семь убийств. Ну а что значит хорошая позиция? Сейчас еще фара сбоку походу выйдет. Куда-нибудь отсюда! Ульта готова. Господи, в кого я стреляю? Еще один. Куда побежала, Сомбра? Вот тебе, а не Ливень возмездие. Понятно. 11. Куда ты полетела? 1-0. ГГ. Затем Аслес. Давайте занимать похожую позицию какую-нибудь, ребята. О, вот это я понимаю, под конец раунда сейчас затащим. Какую красоту. Главное, чтоб не сглазить, ребятки. Мы снова работаем. Четыре, три, два, один. Второй раунд. Вперед. Метка дракона. Главное, поудобнее встать. Противник обнаружен. Боевая готовность. Ай. Нет, фиг тебя. Блин. Это не лады. Вот я косой. Нет, только не они. Объект потерян, черт. Сейчас исправим. Моя суперспособность заряжается. Станем куда-нибудь поудобнее. Моя суперспособность заряжается. Захватываю объект. Где-нибудь тут. Моя рука. Но кто у нас там имеется? Цели в безопасности. О, там у нас трейсер бегает, да? Отлично! Ниндзяго! Здорово, Лусио! Так, забарьер, так забарьер. Черт. Сюда. Но. Я тебе дам курае, понял? Хоть немного я его успел задеть. Увеличивай темп! Nice ult. Так. Умри. Один американец у нас, да? Я покажу, как надо.
Суперспособность готова. Алиса, извини, но я тебя сейчас уделаю. Зато у меня танк готов. Ну, хоть бы выиграли, хоть бы выиграли. 16 убийств, я как-то и не заметил. У кого лучше момент матча на этот раз? Лучший момент матча. О, you lucky guy. Yeah, it was gonna be his dragons or my old place. Nice shot, man. Ну-ка, кто за меня? 12 убийств объектов и 16 убийств, но... Эпический матч. Оценка производительности. Эпическая. А шанс-то был. И только за себя проголосовал. Ну да ладно. Зато неплохо сделали под конец. Что ж, ну а продолжение каток ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Рай. Всем бай-бай, друзья!